нужно! Оруженосцы, по братски поле! Сэр Эйден не определился, в какую сторону пока направляться нужно. Лице! Оле! Арите! 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 Барон Ауэрбах, вы нарушили правила, и очень серьезные. Я боюсь, что мне придется снять вас с турнира. Напоминаю, что вы перевоюете в парке. Здесь правила никому напоминать не нужно. Не подумайте, что если оно уже не деревянное. Сэр Эйден, видимо, барон уже выбился из сил, и вы поставили его на колени, но никакого кровопролития, никаких колющих ударов, которые повергнут его и выбьют не только из седла, но и из жизни. Конечно, если благородная публика не скажет иначе, в таком случае я ее не послушаю. Это будет первый раз, когда я так сделаю. Увы, вам придется меня просить. Барон Ауэрбах, вы в порядке? Сэр Эйден, вы честно можете считать себя победителем? Если я не ошибаюсь, вы его занесли. Сэр Эйден только что победил барона Ауэрбаха, чем доказал,
чем доказал, что он достойно удовлетворил. И, конечно, получил цепь, которую барон обещал тому, кто его победит. Аплодисменты! Барон сдержал свое обещание. Дерейден, цепь ваша!